поедем, да, на берег поедем. Вместе с Машей. Бухта стеклянная. Ого! Сделали бассейн детям, поставили палатку. Маша уже камушки собирает. Папа воду таскает в бассейн. А, холод, ледяная. Бухта стеклянная называется, потому что здесь много-много обточенных стеклышек, вот таких классных очень. Маша, он уже собирается. Я видела, что китайцы даже в пакетах забирают. Нет, Маша, забирать отсюда камни нельзя, дядя ходит и проверяет, чтобы кто не забирал. А почему? Только вот единственное то, что еще тут всякая фигня вот такая лежит, непонятная. Потому что Маш потом ничего не останется. Камни красивые тут, очень классные. Это я, это стекляшки разные. Мы нашли, кстати, одну копейку советскую, обточенную. Кнопа, привет! Купаться пойдешь? Пойдешь купаться? Пойдешь купаться? Сейчас пойдем купаться, сейчас тебя тетя Ира возьмет, купаться будешь. Маша, он уже в бассейн накидала всех и камней, и стекол, и ведерко туда же. Нашла. Ой, стеклышко красивое-красивое такое. И тут миллионы. Миллионы. У-ху. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Мы сегодня уже далеко на море уже приехали. Ну, я играю с той водой. Ну, у меня казино есть. Ну, что там есть? Что-то есть. Скажи, из-за волн больших не поплаваешь, хоть тут, да, поплавай. Ага, я хотела на море ехать. Я уже переехала на море. Вот я поливаю. И все. Вот так он себя поливает. Вот так я сделал, и я выкинул. Вот это игрушку я поймаю. Вот так. Держи, я пойду к вам. Вот набережная города Владивостока. Уже вечер, гуляем на закате. Маша, не выпади. Маша, аж ноги. Тоже стекляшки. Мам, ты только не урони камеру. Да не урони я камеру. Там катают. Покататься можно. Называется виртуальная ручная реальность. Мужика катает прям сзади другой мужик. Ой, очень дурдом. Мама, бери. Мам. Бульбулятор такой. Мам, чего? Я хочу сок купить. Сок купить? Да. Сейчас, подожди, купим. Такая... Папа себе гремучую смесь заказал. Дай, ну дай. Такие классные такие. Знаешь фотографию на память сделать? Нет, только классный. Ваши и крылья красивые. Спасибо. Пойдем. Прикольно такое. Оно может плавать, как ты думаешь? Да. Круто. Да, он перевертыш. Маша сейчас упадет у тебя, вата. Упадет, вата. Какие черепашки. Ой, какие милые. Какие хорошие. Прикольно. Ого! Это по-любому мальчик. Приехали в Седанку-Сити. Город профессии едем. Ух! Смотри, пап. Маленькие эти машинки.
О, вот тут как много всего. Сердце колотится. Посмотри, какая высота. А, да. О, вот лифты. Вот лифты прозрачные, про которые говорили. Да. Обалдеть. Прикольно, да? Все с единорожками. Тёмка. Что? Фа. Что? Фа. Вау, прикольно. Будете фототься? Прыгай. Камни какие-то. Круто, Маш, смотри. Маш, 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 Маш. Фэмилис. Ваня Фэмилис. А, круто. О, Маша, у тебя такая есть? Штучка. О, да. О, да. Мама. И такая, кстати, тоже есть. И такая есть. Слинбор. Так, пошли на биржу труда. Устраиваться, на работу пойдем. Идем в медкабинет. Напротив археологии. Пойдем в полицию, пойдем, пойдем. Сейчас мы сначала медкабинет найдем. Археология, вот археология. Напротив него медкабинет. Сбербанк. Сбербанк даже есть. Смотри. Так, вот медкабинет, да? Медицинский центр. Маша, туда, сюда нам. Тёма, заходи. Это чапайский. Ой, ё-моё, скелеты, как круто. Здрасте. Да. Ничего не болит? Отлично. Мне тоже. Тебе тоже ничего не болит? Нет, ничего не болит. Ребята, готовы работать сегодня? Да. Отлично. Убегай. Твой рост 137. Я хоть рост ребенка узнала. 137. Держи документы. 137. Держи, давай 5. Хорошего тебе дня. Погодите, у нас в Китбурге. Мы ходим по канцелярским магазинам. Крутяк. Блокнотики соровские. Сейчас что-нибудь прикупим интересное. Кошелечки. О, какой кошелек. О, для сна мы искали, туда сами делали. Пришлось самим делать. Столько всякой мелочи. Пенал, вот это огромный пенал. Ну, это, не... это даже косметичка, по-моему. Не для Маши на портфеле, конечно. Я вот смотрю, как... Это пенал. Это наклейки! Я нашла наклейки! Я нашла наклейки! Декоративные скотчи! Инкассаторы ходят, деньги со всех собирают. Дети работают. Сбербанк рулит. Приехали на пляж Седанка перед выходом. Вон на том мосту мы потом поедем домой. Собрались ехать уже домой. Нагулялись. Вон Маша там топает. Посмотрим, какой тут пляж. Ой, как балдею, да? Обалдеть. Обалдеть, да. Маша уже губы синие. Маша, впечатление по поводу моря? Очень хорошо. Все, всем пока. Пока. Пока-пока. Что это, Любав? Что это? Что это? Где? На кукурузе. Видишь? Да, вижу. Баб, я уже потрогала. Что это? Скотч какой-то. Что это? Кто-то плюнул. Нет, это не кто-то плюнул. Она не кусается. Это не медуза маленькая? Не знаю. А если медуза, то она ждет.